У наших следующих героев проблемы другого рода. Два красноярских кудаиста, Артур Гладышев и Егор Ткаченко, встретились в финале чемпионата Сибири. Артур победил. Трудно ли друзьям по жизни быть соперниками в спорте, узнаете прямо сейчас. Красноярец Артур Гладышев – новый чемпион Сибири по кудо в тяжелой весовой категории. Награда высшей пробы стала первой в профессиональной карьере Гладышева, а добыл он ее в бою против своего друга и одноклубника. Ну, это очень тяжело против друга выходить, потому что он знает мои ошибки, я знаю его ошибки. И просто уже бы получилось, мы бы не просто дрались технически, не технику, мы бы старались зарубаться прям. Конкретно. Серебряная медаль в этом бою досталась Егору Ткаченко, но боец не расстроился. Перед схваткой друзья понимали, что кто бы из них не победил, оба поедут на чемпионат России. Мы все о друг друге знаем, мы не первый раз с ним спаррингуемся, там. Нам нечего друг другу доказывать. Артур и Егор знакомы почти 5 лет. Спортивные пути этих ребят во многом схожи. Они занимались боксом, но высоких результатов не добились. 3 года назад повесили перчатки на гвоздь и одели кимоно. Оба прекрасно знают, как трудно перестроиться. А Егор говорит, что до сих пор не избавился от боксерских привычек. Это, конечно, сложно. Учиться, нарабатывал. И сейчас даже у меня бывает в бою, я редко ногами бью. Руками? В основном руками и борюсь. Переучивал ребят Максим Комин. Сам в прошлом боксер, а сейчас действующий кудаист и успешный тренер. Быстрее научить человека, который вообще ничего не знал. Да, потому что по боксу, когда база боксерская, и потом очень сильно поломать, чтобы... Также там и по стойке, у боксеров очень широкая стойка, да, а здесь должна узенькая стойка быть, потому что также ногами бьем. Это очень тяжело, потому что я сам по себе знаю. Егор и Артур всегда тренируются в паре, так им легче подготовиться к будущим соперникам. У них одна весовая категория и рост. В зале держат друг другу лапы, проводят спарринги. Постоянно. Подсказываем, что где не так, да. Что где надо работать, где оценку сделать и так далее, и так далее. Макс, как бы он и говорит, потому что мы друг другу лапы ставим, чтобы, допустим, мы и сами учились, там, допустим, видеть ошибки других, чтобы там вычислить, можно было и врага, и как бы и другу помочь. Что, допустим, подсказать, что он не делает не так. Особенно нравится друзьям тренироваться на свежем воздухе. Ну, это очень хорошо. Особенно в таких местах, как Столбы, Бобровый Лог, там воздух свежий. То есть ты там можешь работать, не уставая, там, по 40 минут без перерыва. Там. Ну, прямо замечательно. Ты продышиваешься там. Очень хорошо. Артуру 27, а Егору 28 лет. Последний уже воспитывает сына и мечтает еще о 2. Главной задачей считает дать достойное воспитание своим детям. Ну а оба сейчас думают о чемпионате России. Про возможную встречу между собой говорят, выйдут и будут биться. На татами соперники, за его пределами друзья.